Всем привет, ребята! Это обзор Лего и его аналогов от Калины Красной. Сегодня у нас будет небольшой такой обзорчик на мою посылочку, которая мне пришла из одного интернет-магазина с Лего деталями и фигурками. Вот, я его заказал, первым классом она мне пришла, там небольшие детали и фигурка, чтобы дополнить вот эту вот коллекцию. Что именно, давайте сейчас вскроем и посмотрим на это повнимательнее. Итак, вот что у нас было упаковано в пакете от почты. Вот такой вот отличный зиплок и там интересующие меня детальки. Тоже все отлично упаковано. Кстати говоря, скажу сразу вам, это не реклама, просто хочу сказать спасибо большое ребятам. Я заказывал в магазине, который называется «Территория Лего» ВКонтакте. Я уже там не первый раз заказываю. Отличные фигурки, отличные детали. Все мне нравится, все устраивает. Это не реклама, просто ребятам спасибо большое за их труд и вообще респект. Вот. Так, ну, что там? Вот так можно выдавить. О, приятненько. Приятненько. Там еще какие-то фишечки положили интересные. Ага. Так, ну давайте начнем с основного. Как я и говорил, мне не хватало одного штурмовика. Не хватало одного снежного штурмовика в наборе, который я делал обзор. Это у нас набор 7749, ссылка на этот обзор будет где-то здесь. Вот, не хватало одного штурмовика, и я его заказал, по-моему, вообще, ну, не помню за сколько, в общем, не очень-то дорого, стоил рублей 250, наверное. Или что-то вот того. Опа. Вот. Давайте на него посмотрим. Отличный, все в отличном состоянии. Теперь у меня полный набор. Фигурки, детали из набора я сразу возместил, у меня были, а вот штурмовика, к сожалению, не хватало. Но все отлично, теперь у меня полный комплект. Ну и самое, наверное, вкусное, что мне еще пришло. Вот. Давненько я охотился за этой деталькой. Очень давненько. За этими двумя детальками. Первая деталька — это у нас рога Асоки Тана. Вот. Очень довольно-таки редкая деталь. Очень трудно ее найти. Вполне ее всегда раскупают, как только она появляется в интернет-магазин с деталями, ее сразу покупают, разбирают. Стоит она, ну, недорого, рублей 250-300. Я взял ее тоже рублей за 250, что-то фокус у меня улетает. Вот, зачем я ее взял? Затем, что у меня, у моей Асоки Тано одной нету рока, мантрала и леку. Забываю. Вот, у меня на самом деле две Асоки Тано. Вот сейчас вам доказательство. Вот две Асоки Тано. Асоки Тано фигурка, я считаю, это гордость коллекции, можно сказать. Одна у меня из Ювинга с Энакин Скайуокером, а другая она у меня из ее личного Старфайтера, ее звездного истребителя. Вот, теперь у меня полная коллекция, к сожалению, мне потерялись ее мандралы. Ну, теперь у меня все полностью. Вот, ну и тоже самое интересное. Как помните, я тоже делал обзор на эту фигурку. У нас Бо-Катан, шикарная Бо-Катан от ВМ-блока. Но, к сожалению, почему-то китайцы не сделали такой интересной вещи, как не положили и не сделали ей волосы. Я решил это исправить, я люблю так делать. Вот. Тоже я долго охотился за этими волосами, которые ей идеально подходят. Это так называемая прическа каре женская. Вот. Теперь у меня Бо-Катан настоящая. Как прям вот в мультсериале. Прям супер топ. Огонь. Кстати говоря, у Лего же выйдет фигурка Бо-Катан, на обзор, который я тоже делал. Ссылка будет здесь. Вот. И там вот именно эти волосы будут использоваться. Так что все по канону, ребят. Все по канону. Ну и давайте посмотрим, что мне еще ребята прислали. Есть всякие интересные штучки, детали. Они частенько так делают. Вообще любые Лего компании. Ну, Лего-магазин, который продает детали. Так, наклейка. А, она приклеена сверху, я думал, она это. Фокус. Я думал, она такая. Так, ну что мне прислали? Ага, это... О, прикольно. Это от этого, от ниндзя снизу, чтобы прятать пол лица можно было. Интересно. Так, что еще? Вау, блин, круто. Ноги, маленькие ноги всегда могут пригодиться в любой самоделке. Это круто. Вот, что еще, это я не знаю, что это, наверное, как какого-то молота или еще что-то. Ну и по мелочевке, вот, прикольно, кстати говоря, за детальку, скажем так, техник приборов, каких-то там руль, и вот один блок кирпичный, тоже пригодится. Ну и еще по мелочи, конек и палочки.
В общем, ребятам большое спасибо. Прям обрадовали меня даже вот этими штучками, прям респект. Ну и коллекция у меня теперь собрана. И да, ребят, как я и обещал, розыгрыш в честь 500 моих первых подписчиков. Ребят, спасибо вам большое, что вы со мной, что смотрите это видео, что поддерживаете лайками, пишите комментарии всегда, я всегда всем отвечаю, вы очень отзывчивые, очень приятно, у меня аудитория, я рад, что вы со мной и смотрите меня. Вот, розыгрыш. Ну, вкратце, суть в чем, почему я разыгрываю, но это как бы подарок в честь такого небольшого маленького юбилея первого. В общем, я заказал первый пак клонов Commandos'ов, он мне пришел, я сделал на него обзор, обзор всем понравился, очень хорошо зашел. И, естественно, я заказал второй пак, но почему-то по ошибке мне выслали точно такой же первый пак клонов Commandos'ов, вот. Мне он пришел, я сделал обязательно спор, мне денежку вернули, все нормально. И вот, собственно, ну, вторые мне такие не нужны, и, как видите, они не запакованы. Но здесь не все, не вся шестерка. Многие, кто смотрит канал, знают, что у меня пришел бракованная партия. Пришел бракованный босс и сэф. Вот, я решил их все-таки за собой оставить, не второй раз заказывать, тем более они мне пришли. Вот, и поэтому я совершенно бесплатно разыграю вот эту оставшуюся четверку, то есть Скорч, Фиксер, Найнер и Грегор. Вот они здесь находятся, они все запакованы, не тронуты, и мы их разыграем, и они бесплатно уйдут куда-то, кому-то в город другой, будут радовать своей коллекцией другого коллекционера. Вот, ребят, условия конкурса совершенно простые. Есть несколько условий, надеюсь, вы их примете, поймете меня и все пройдет гладко, и я их обязательно вам вышлю. Первое. Ну, первое, ребят, скажу вам, что посылка за вас счет будет. То есть я их очень хорошо упакую. Сразу скажу вам, не пугайтесь. По России вот так вот их запаковать. Хорошенечко, небольшую посылочку. Несколько грамм они будут весить. Это порядка там, ну, до 200 рублей. То есть это не страшно, это дешевле, чем покупать пак. Опять же, это самое главное, мое, наверное, условие такое из основных. То, что посылка будет за счет человека, который выиграет. Вот. И второе, самое главное, наверное, тоже условие. Ребята, я надеюсь, вы многие, кто уже принимал участие, знаете, как, в принципе, разыгрываются всякие подарки, призы, конкурсы. Это обычно у нас подписка на группу и подписка на канал. Как я это буду проверять? Ну, все элементарно просто. Данное видео будет выложено в группу ВКонтакте, впрочем, как и другие любые видео, которые я выкладываю на YouTube, они потом дублируются в моей группе ВКонтакте. У данного видео будут открыты комментарии, и в этих комментариях вы будете указывать свой никнейм с YouTube. То есть у нас многие ВКонтакте называются своим настоящим именем, а в YouTube может быть какой-нибудь там все что угодно. В общем, как это будет происходить? В день, когда я объявлю, когда у нас будет финальный день розыгрыша, когда я их разыграю, я зайду в группу ВКонтакте, посмотрю, сколько написано комментариев, 20, зайду потом как самый обычный рандомайзер, random.org, укажу 20 комментариев, нажму рандом, все обязательно буду снимать, мне выпадет какое-то рандомное число, например, пятерка, и я зайду в группу ВКонтакте, найду 5 комментариев по счету, посмотрю, состоит ли этот человек в группе ВКонтакте, что очень легко проверить. Потом скопирую этот никнейм и проверю, подписан ли этот человек на YouTube канал. Так как вас еще совсем мало, 500 человек, я думаю, вполне с этим справлюсь. Ну и F3 мне в помощь, поиск. В общем, условия конкурса простые. Еще раз, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте, пишите в комментарии свое имя, свой никнейм на YouTube канале, и все, ждете, когда конкурс будет закончен. Ну и итоги конкурса. Итоги конкурса будут у нас 18 августа. Точное время я не скажу пока, скорее всего 7 или 8 часов. Я думаю, ближе к этому числу я точно в своей группе ВКонтакте напишу, во сколько будет розыгрыш. Ну, плюс-минус там ориентируйтесь, может быть, 9 часов. Но все это по Москве, московское время, если что. Вот. Обязательно все, ребят, сниму, все будет честно. Обещаю вам, да, мне нет смысла вас обманывать. Зачем обманывать своих подписчиков? Вот, разыграю все. Если вас все устраивают условия конкурса, все получится. Выиграет кто-то, получит своих клонов команды, своих отошлю на следующий день. Просто сразу же утром пойду и запакую все хорошо, чтобы Почта России не повредила. В общем, ребят, на этом все. Надеюсь, с правилами конкурса вам понятно. Если что-то непонятно, пишите обязательно в группу ВКонтакте, в личные сообщения, побеседуем, пообщаемся, всегда всем отвечаю. На этом все. Всем пока!